Девицкой средней школы. И сегодня мы хотим поговорить с вами о теме нашей исследовательской работы «Милосердие». Для начала давайте послушаем, что знают о милосердии наши сверстники. Милосердие – это доброта, когда один человек помогает другому человеку, когда он выручает животных и принимает их. Милосердие – это когда добрый человек, он кому-то помогает, спасает его из беды. Милосердие пошло от двух слов. Доброе сердце. Милосердие – это переводится «доброе сердце». Это когда человек помогает другому человеку. Что скажут взрослые по этому поводу? Милосердным быть – это значит быть человечным. Это значит помогать другим, ничего не требуя взамен. Быть добрым, отзывчивым. И не только причем по отношению к людям, но ко всему. Это самая лучшая, можно сказать, одна из главных добродетелей православия. Вот помощь людям, которые в ней нуждающиеся, и старикам, и детям, и неблагополучным семьям. Милое сердцу, милующее сердце. И милосердие, то есть мы еще можем сказать милое, какие синонимы подобрать? Доброе, да? Хорошее. Милостивое. Ребята, хорошее. Милосердие в буквальном переводе означает милующее сердце. То есть сердце, которое откликается на боль другого человека. Вы должны понимать, что милосердие – это нечто большее, чем переживание. Это потребность творить добро. Потому что милосердие более всего делает человека человеком. А если человек не милосердный, то его даже нельзя назвать человеком. Работая над проектом, мы определили для себя следующее правило и поняли, что милосердие начинается с малого. Итак, мы можем беречь природу, помогать одиноким людям, заботиться о животных, помогать нуждающимся, прощать ошибки другим, не делать зла. Оказывается, чтобы быть милосердным, не надо быть супергероем. И иногда даже маленькие шаги рождают большие дела. А мы желаем вам идти дорогою добра. И прочь гони соблазны, устой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.